Всем привет! Продолжаем путешествовать по миру. Сегодня хочу вам показать скульптуру, она называется «Встречи». Находится она в Бамберге, города Германия, китайского художника Ван Шугана. Она изображает 8 сидящих на корточках людей натуральную величину. Произведение искусства выполнено из бронзы, покрыто красным лаком и восходит к выставке 2013 года, когда ее впервые показали в Бамберге. Благодаря частным пожертвованиям и частному финансированию скульптуру удалось купить и вернуть в Бамберг навсегда в 2016 году. Я зачитываю Википедию. Это место очень популярно для фотосессий, которые здесь постоянно проводят туристы. Вес каждого человека порядка 100 килограмм. Скульптура отлита из бронзы, покрыта краской. Самое интересное, они отлиты из одной формы. Ну, собственно говоря, вот и все, что можно рассказать об этой скульптуре под названием «Встречи», которая находится в Бамберге, Германии. Пока-пока, до свидания.